Компания «Элика» на сегодняшний день является крупнейшим российским производителем качественных продуктов питания. В течение 16 лет предприятие выпускает разнообразные полуфабрикаты. Неизменным остается только одно – высокое качество и доступные цены. Глава города встретился с директором предприятия Гейсом Мамедовым. В ходе встречи Денис Семенов ознакомился с продукцией компании и рынком сбыта. Глава города убедился, что на производстве полуфабрикатов используется только безопасное и качественное сырье преимущественно российского производства. А сырье откуда берете? Сырье у нас, по идее, российской продукции идет. Вот куриный полностью России. Мы переключились Петелина, Яснозори, Ярослав Бройлер. Угу. Вот, куриная продукция. Единственное, мясо у нас за границей идет. Мясо за границей? А все вот сельхоз, вот то, что картофель. Капуста, лук, перец, посылка прямо с грядки. Гейс Мамедов рассказал о планах по расширению производства и строительстве нового завода. А здесь основной наша задача в 2017 году начать строительство, по идее. Да. Проектирование идет полным ходом. Я думаю, что конец февраля уже получим проект и пройдем экспертизу. Мы же хотелось бы уже где-то апреле уже начать выйти на сваи. На площадку, да? Сваи, да, фундамент. Сваи, да, будете сбивать? Ну, потому что там все-таки и торфяники были, там всю жизнь горит, говорят. Вот это, да, вот это завод, это АБК, а это оно планировалось сделать корпус. Да. Здесь геймплан. Когда, а здесь, там у нас будет, вообще будет такая система, вообще пересекаться не будет потоки, да. Здесь сырьевые склады, весь процесс идет, там по линиям, да, идет. Вот здесь подготовка, здесь формовка, здесь упаковка и готовая продукция. С одной стороны машина будет грузить сырье, а с другой стороны уже готовую продукцию получить. Будет закрыто, да, компактно, да. И фактически люди зашли и... Денис Семенов осмотрел офисное помещение компании, пообщался с сотрудниками. В городе можно, в Магните можно купить. В Магните, да, есть несколько ассортиментов. Но мы сейчас вот это по области тоже свои магазинчики. Директор «Элики» провел главу города по ухоженной территории предприятия, рассказал о социальной поддержке рабочих, показал столовую и общежитие. В ходе встречи также были рассмотрены другие рабочие вопросы.